Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Як завжди, в цей час говоримо про важливі актуальні речі. Наприклад, важлива річ – це те, що триває вступна кампанія 2020. З 1 серпня нова активна фаза цієї вступної кампанії. Ми говоримо про це з відповідальним секретарем приймальної комісії Одеської юридичної академії Валентин Федоров. Вітаю, Валентине. Добрий день. Отже, анонсував я 1 серпня важливу подію. Які новини, будь ласка, Валентин, розповідайте нам. Ну, у нас, знаете, вступительная кампания, она сейчас состоит уже из нескольких блоков. То есть первый блок – это было поступление в колледжи. И для тех, кто не успел подать документы, кто поступал в колледжи после 9 класса, тоже есть очень хорошая новость. Продлена вступительная кампания в колледжи. И любой, кто не успел, но имел желание поступить, в частности, в юридический колледж, Национальный университет Одесской юридической академии, либо в колледж Международного гуманитарного университета, мы принимаем документы до 22 числа и ждем вас с распростертыми объятиями. То есть у вас сегодня, слава Богу, знаете, услышали наши посылы, посылы университетов в министерстве, в властных структурах и продлили набор. Почему? Потому что огромное количество абитуриентов не успело подать или, ну, в силу каких-то обстоятельств не поступило в те места, которые хотело поступить и было ограничено в поступлении в колледж. Сегодня это доступно, открыто, и они могут продолжить свое поступление. Более того, продолжается поступление в колледжи после 11 классов. Те, кто не сдал ЗНО вообще, или те, кто сдал ЗНО, имеют лишь два сертификата ЗНО, они также могут поступить в колледж Национального университета Одесской юридической академии или Международного гуманитарного университета. После окончания они идут сразу на третий курс университета. То есть они тоже ничего не теряют, а даже где-то выигрывают, в такой немножко выигрышной позиции. Они находятся перед теми, кто все-таки это ЗНО сдал, но у них тоже есть шанс получить высшее образование и дальше учиться. Опять же, те, кто имеет два сертификата ЗНО, мы принимаем в наш университет на специальность младшего бакалавра, то есть они обучаются 2 года, после этого сдают внутренние экзамены, приходят на третий курс, но в чем момент, что они уже получают диплом младшего бакалавра и могут работать на тех или иных специальностях, и могут спокойно себе работая учиться, продолжать учиться и так далее. То есть фактически, знаете, сегодня практически все сегменты абитуриентов, кто-то сдал ЗНО, кто-то не сдал ЗНО, кто-то у кого-то меньше сертификатов ЗНО, но Национальный университет Одесской юридической академии, он является поэтому уникальным вузом, что мы готовы принять абитуриентов, готовы сделать их нашими студентами и предоставить им, наверное, наиболее качественные в стране услуги по высшему образованию. В частности, такой услугой является и создание консультационных центров, как у нас в университете, так и в Международном гуманитарном университете. И студент, знаете, фактически абитуриенту нужно лишь набрать номер, сказать, я хочу к вам поступить, и все уже наши специалисты, высококлассные специалисты сделают за вас. То есть вам не надо будет заморачиваться, какие бумажки вам нужны, еще какие-то нюансы, этих нюансов очень много. Все мы готовы сделать за вас. Ваша задача или набрать наш номер, или прийти в приемную комиссию университета, и мы максимально быстро, качественно сделаем так, что вы станете студентом нашего университета. У наших глядачів, абитуриентів, зокрема, і батьків виникають питання до такого словосполучення «електронний кабінет студентів». Студент, абитуриент, Валентин, будь ласка, поясніть, що мається на увазі, що там міститься. Ви розумієте, це електронна реєстрація документів, і чому я призиваю всіх все-таки звернутися в консультаційний центр, тому що там є огромне кількість нюансів, і фактично одна помилка в заповненні тих чи інших документів в електронному кабінеті може повністю вам заблокувати можливість поступлення в університет. Чому? Тому що якщо ви допускаєте помилку, коли ви вибираєте спеціальність, або коли ви заливаєте документ, вы не сможете ее потом исправить. И именно поэтому, ну, почему так сделано, я не знаю, или это, ну, некачественное программное обеспечение, или, опять же, знаете, ну, такая не совсем забота со стороны власти о наших украинских студентах, но, тем не менее, мы ликвидируем этот пробел за счет того, что наши специалисты сразу берут вас за руку и сразу это делают за вас. Поэтому это очень большой нюанс, очень серьезный вопрос, чтобы потом, вы знаете, сами себя, в силу того, что вы подумаете, я все это сделаю, ну, не лишили себя возможности поступить в вуз. Поэтому еще раз призываю
всех, пожалуйста, обращайтесь к нам в консультационный центр, и наши специалисты сделают, помогут, и вы оформите все документы как надо, и, конечно же, придете к нам в наш университет. Наявність таких центрів консультаційних – це одна з таких переваг і Юракадемії, і Міжнародного гуманітарного університету. Валентине, є можливість, щоб нагадати абітурієнтам, чому саме ці виші потрібно обирати, якщо хтось не визначився, які переваги. Так, ми знаємо, що президент вишів Сергій Ківалов наполягає, є гарантія працевлаштування. Ну, прежде всего, правильно ви сказали, наверное, то, що інтересує сьогодні нашого студента більше всього, це дві речі. Это какое качество образования я получу и насколько я буду востребован на рынке профессии. Мы отвечаем на все эти вопросы. Первое. Во-первых, у нас максимально цифровизован сегодня учебный процесс. То есть в случае даже, вот как было, вы видели, пандемия, онлайн-обучение, у нас настолько этот процесс налажен, что наши выпускники сегодня, они никак на себе не ощутили. Мы работаем в самых современных программах, у нас самые современные компьютеры, у нас IT-центры, центры цифровых технологий. У нас запущено огромное количество программ, это и чат-боты, и виртуальные программы по возможности обучения, изучения нашего вуза. Это и огромное количество онлайн-лекций, онлайн-конференций, и наши преподаватели максимально заточены под этот процесс в том числе. И те даже выпускники, которые сегодня получали диплом, а в большинстве случаев, да, они на последний курс, ну, обучались в онлайн-режиме, они никак. То есть пара выходит в 8:30 утра, все выходят в онлайн, все обучаются, все отвечают на вопросы, получают оценки. Надо сдавать экзамен. Пожалуйста, вы сдаете экзамен надлежащим образом. Преподаватели все подготовлены, ждут вас. То есть нет никакого, знаете, пробела, как некоторые вузы. Они вообще не учились. Студент вообще был сам себе предоставлен. У нас этого нет. Более того, у нас самый подготовленный профессорско-преподавательский состав. Он включает в себе, знаете, тех людей, которые стояли у истоков развития вузов нашего города, нашей страны. Это профессора, такие, знаете, ну, великие фамилии. Вот. Это и молодежь. Почему? Потому что наши вузы, а это, наверное, знак качества, имеют свои специализированные советы по защите кандидатских и докторских диссертаций. То есть он фактически сам готовит себе специалистов, которые дальше идут в аудитории и подготавливают студентов. Это тоже знак качества. И сегодня, я уже повторился, мы, наверное, ну, один из самых передовых вузов, который внедряет самые современные цифровые технологии в учебный процесс, что облегчает, безусловно, обучение студента. У нас действуют чат-боты, у нас самый современный сайт, у нас есть различные телеграм-каналы, где и мобильные приложения, где вы можете иметь доступ к аудиториям, к расписанию, к тем же парам и так далее. То есть вы, находясь где-то, спокойно можете, знаете, постоянно следить за тем, что происходит. У вас есть расписание мероприятий, которые происходят, конференций, других проектов, которые реализовываются в университете. И это очень важно. Президент вишів, як МГУ і Юракадемії, Сергій Ківалов підкреслює, що ну, студент, щоб у нього все було добре з навчанням, у нього повинно бути якесь дозвілля, потрібно якийсь вільний час проводити. Хтось спортом займається, хтось, там, можливо, хоче творчо займатися. А в університетах налагоджено це питання? У нас налагоджене питання, і це все в тому числі зв'язано із дальнішим трудоустройством. Чому? Наприклад, якщо ви хочете трудоустроїтися, от у нас заключені контракти з Міністерством внутренних дел, с Генеральной прокуратурой, с ДБР. Мы, кстати, единственный вуз в Украине, который выиграл грант по подготовке и переподготовке детективов Державного бюро расследований по программе ФБР аналогов США. Именно наш вуз был выбран площадкой, именно у нас будут проходить они переподготовку, приезжать сюда, и наш вуз выбран именно такой базой, где они, знаете, будут оттачивать свои навыки. В том числе у нас заключены договора и со следственным управлением. То есть огромное количество наших студентов, вы вот задали вопрос по трудоустройству. Трудоустройство наших студентов 100% на сегодня. Но у нас есть же не только чисто юридические специальности. У нас открыта специальность филология. В чем уникальность? Да, возможности обучения параллельно на специальности филологии. Вы, являясь юристом, например, сразу же получаете диплом магистра или там бакалавра в области филологии. То есть вы сразу же получаете специфический юридический английский язык. И ну, не просто вы можете получить сертификат, но вы можете получить и сразу же диплом. Что касается сертификата, у нас, вы уже знаете, наверное, единственный проект на всем постсоветском пространстве, где более уже
до 13-14 лет. Лекции отдельно осуществляются на английском, немецком, французском, испанском, итальянском языках. То есть, если у вас есть желание учиться на иностранном языке, вы тоже на нем учитесь, и параллельно вы получаете сертификат о том, что вы проходите такое обучение. У нас самые, ну, передовые, наверное, на сегодняшний момент профессора и действующие юристы Европы, США проводят отдельные курсы лекций. Ну, каждый месяц у нас 2-3 лектора приезжают, и тоже наши студенты имеют возможность получать такие лекции. Более того, это лекции не только по праву, но и по политологии, по психологии, по социологии, по журналистике. Это все те специальности, которые у нас действуют. Что касается Дозвиля, вот, например, вы говорите спорт. У нас самое большое количество спортивных площадок, спортивных клубов, бесплатных клубов, куда и студенты, и жители города Одессы могут приходить. Это и клубы бокса, борьбы, грэплинга, джиу-джитсу, рукопашного боя. Это все важно. Почему? Потому что вы, если вы хотите, например, быть следователем и детективом, обязательно физическая подготовка нужна. У нас есть центр боевых искусств, куда вы приходите, и у нас есть отдельные курсы, ну, для следователей, для тех, кто планирует работать в правоохранительных органах, они получают такую подготовку. У нас есть самый лучший в Украине, ну, 100% боевой тир. Ну, извините, если на нашей базе такая есть, ну, информация, подготовились представители некоторых спецподразделений нашей страны. Не буду говорить каких, но тем не менее. Они выбрали именно наш тир, именно нашу базу для своей специальной подготовки. Конечно, все те, кто захочет быть работниками правоохранительных органов, они в том числе получают и стрелковую подготовку в нашем тире. То есть это все возможно. Хотите быть просто развиты культурно, пожалуйста, у нас огромное количество, у нас есть центр культуры, и наши дети, там, знаете, есть там те, кто вроде как и юрист, ну вот Алексей Приступ, он получил юридический диплом, но он сегодня и ведущий, и уже сейчас на многих, в том числе украинских телеканалах, ведет передачи и так далее, будучи юристом, да, но он вот реализовался в творческой сфере. Игорь Нищенко, он второй контракт отрабатывает в Венской опере, тоже будучи юристом и вроде как выступая на ротонде, ну и задействованных, естественно, в наших различных там социальных проектах в том числе. То есть, ну, университет это та площадка, наш университет это та площадка, где вы можете реализовать себя в различных направлениях. Вот, ну, наверное, нужно только ваше желание. Почему? Потому что все для того, чтобы вы стали крутым специалистом в любой сфере, это есть. Вы только должны прийти и взять это. Ну, по большому счету, больше ничего не надо делать. Дякую, Валентина. Як завжди, така конструктивна, цікава інформація. Чекаємо ще. Ну, можливо, хтось ще не визначився, але вже панове час, вже серпень. Дякую. Дякую, успіхів вам, вашій команді. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.